начинаем купальный сезон. Вот приобрели себе для каркасного бассейна маты татами. Будем на него, на эти маты ставить бассейн. Вот так мы выравниваем дно. Поставили бассейн, теперь осталось набрать воды. Вода набирается в этот бассейн 12 часов. Получается, мне они, этот бассейн выше груди. 1,32 м глубина. Ну вот, наконец-то мы поставили бассейн. Сейчас наливаем воду. Вот уже больше половины бассейна налилось. Лето, будем купаться, классно.